тебя ждет ночка. Скоро финиш, не сбавляй! Всегда так медленно ездишь? Ночь обещает быть интересной. Копы нарываются! Погоня за этой крутой тачкой вечер пройдет куда интереснее. Проверим вашу наблюдательность. Сообщите марку и модель автомобиля. Машина субъекта в отпуск. Принимайтесь за работу, ребята. У нас тут погоня. Помните, ночью... Ха! Мы тебя сделали! У нас проблемы! Но мы победили. Нам хватит рейтинга, чтобы попасть в лигу. И это главное. Пока да. Хочешь есть? Я очень. Перекусим? Смотри, кто там. О, черт. Хочешь уйти? Ну, нет. Не люблю ждать. А я смотреть, как ты жрешь. Какого черта? Это все взятки? Столько подарков, прям как на Новый год. А, я... поднял плату. Эй, если продолжим давить, то нам всем прилетит. Босс велел давить, а я только за. Он мне верит. Да? Ну, раз так, вы с ним оба поехали. Полегче, Торрес. Мы давно в связке. Работали и до тебя. Думаешь, он тебе друг? Да, ты просто жалок.
Будь осторожна. Два колеса — это тебе не четыре. Пока. Сейчас лопну. И я. На сегодня, думаю, хватит. Всем постам! Какой-то говнюк испоганил мою машину. Прочешите Уэстсайд, вяжите... ...те всех, кого найдете. Думаю, возражений нет. Не могу поверить, что он разъезжает с такими деньжищами. Хотя кто тебя остановит, когда у тебя есть жетон? Погоня вступает в крутые, ребята.
очень готов вступить в погоню. Да как тут можно кого-то догнать, если управление запрещает менять заводскую начинку? Ни на что не намекаю, но сейчас самое время вызвать подкрепление, иначе конец. Улучшенные патрули в пути. Прижимать мой лодок к обочине!
здесь? Да. Пришло время испытать эту малышку. Это тачка твоего отца. Лукас не будет против? Но она и моя тоже. Дримкиллеры сегодня поднимут ставки, и мы тоже должны. За этим мы и здесь. Просто помни, покажем результат, тогда Лига даст нам шанс. Я не давлю. Прикрываем друг друга, ясно? Обожаю звук этого движка. Спасибо, папочка. Это просто бомба! Рассчитано! Ловы ее!
еще выдержит машина? Ты начинаешь меня злить. Я только штраф выпишу, и все. Моей старушке изрядно досталось. Тут бабло течет ручьем. Назад! А твоя тачка была ничего, но откуда у тебя это? Нужна твоя помощь! Полегче! Вот он, заноза в заднице! Помоги! Шоу нейтрализовали. Нужна помощь. Ищите желтый Камара. Так, нам пора. Мне нужно вернуться в гараж. Буду ждать тебя там. Страсти накаляются. Ночью произошло столкновение между скоростной спецгруппой и нелегальными гонщиками. Жители города наблюдали странную сцену. Сотни долларовых банкнот заполнили ночное небо. Спецгруппе придется ответить на неудобные вопросы.
Вчера мы видели явную провокацию, призванную запятнать репутацию моей группы. А значит, они нас боятся. На низких передачах не очень тянет. Но стоит разогнаться. Брат! Машина! Зверь! Ясно, ты зол. Да ну. Мира эста. Ну прости, надо было тебе сказать, но... Да уж, блин, надо было. Ты не имела права, Анна. Никакого. Я пойду. Нет. Ты же в курсе, что он был и моим папой? И машину, если ты забыл, он собрал для гонок. Это гонки, да? Да, были, пока сраный коп не пристал. Будешь нарываться, они от тебя не отстанут. Ты что, решила разрушить свою жизнь? Я пытаюсь что-то сделать со своей жизнью. У меня хорошо получается, между прочим. И это хорошо, да? Как будто на ней ездил кто-то, кто не способен ни водить, ни колледж окончить. Вот как значит. Я не хочу стоять и слушать нытика, который за руль сесть боится. Мы гонщики! Позвони, когда вспомнишь об этом. Значит, вот что чувствовал отец. Помощь нужна? Дали. Будет весьма кстати. Нужны запчасти. Решетки для классического комара. Я сказал, что он давно вне игры. А я не веду дел со всеми подряд. Я не заставлю тебя передумать? Может, если обгонишь меня. Неплохо! Да, ты явно хочешь получить эту решетку. Он не виноват. Я его прогнала. Что? Зачем? Как он и сказал, я не веду дел со всеми подряд. А ты? Так, а вот и так хотел впечатлить. Решетка уже едет к Ривьере в гараж. Кто рассказал, что я живу там? Ну, у тебя на трубке полицейский сканер. Но мне он нипочем. Взломала его? Создала. Я тебя скоро найду.